Итак, здравствуйте, с вами Blacks325, и сегодня я буду обозревать эволюционный набор Шуна Казами. Он состоит из Скайрес, Шторм Скайрес и Инграма. Вот такой вот, они полупрозрачные и все Вентуса. Что же, давайте начнем рассматривать карточки способностей. У нас здесь три карточки способностей и три карты ворот. Ну что же, начнем с красных. Первая карточка – это Rainbow Prize. Я не буду говорить по-английски, я сразу переведу. Играть в начале битвы. Если это единственная карта способности в вашем использованном, где использованные лежат использованные карты единственные, вы можете перекинуть одного Аквас, Хаус или Вентус Бакугана. Вот так вот. Следующая карточка. А, кстати, на ней изображен вроде... Атмос. Да, вот не знаю. Вот сейчас не знаю. Вот. Ну что же, следующая карточка тоже красная. Это Hard Rain. На ней изображена вроде Скайрес. Играть в начале битвы. На карте, если оппонент имеет больше карт, чем вы, в его использованном поле. Вы можете, если эта карта в вашем использованном поле, то вы можете перекинуть одного Аквас или Вентус Бакугана один раз. Вот такая вот красная карточка, очень тоже полезная. Ну что же, последняя карточка, зеленая карточка, Red Green Combine. Play after you play the red ability card. Ваш Бакуган получает 50 G, если есть карта противника в его использованном поле. В конце битвы верните эту карту назад на руки, как бы, да. Так вот. Ну что же, мы посмотрели карты способностей. Вот они все. И давайте рассмотрим карты ворот. Карт ворот у нас 3. Ну что же, начнем с серебряной, потому что их больше. Первая серебряная карточка — это Wind Portal. Она добавляет 60 к Пайрусу, 90 к Аквасу, 70 к Саптере, 30 к Хаусу, 40 к Даркусу и 110 к Вентусу. Очень хорошая карточка. На ней изображен Атмос Вентуса. Вот такая вот. Ну что же, следующая карточка. Это Gate of Wind. Она добавляет 80 к Пайрусу, 120 к Аквасу, 0 к Саптере, 110 к Хаусу, 100 к Даркусу, 150 к Вентусу. На ней изображен знак Вентуса. Вот такой вот. Тоже серебряная карточка. Ну что же, и последняя карточка. Это бронзовая карточка. Hitch Ground. Она добавляет 190 к Пайрусу, 130 к Аквасу, 100 к Саптере, 170 к Хаусу, 150 к Даркусу и 230 к Вентусу. На ней изображен сокол Вентуса. Вот такой вот. Ну что же, мы рассмотрели с вами карты ворот. Вот они. Все карты ворот. И давайте на одной из них. Вот на этой. Нет. Вентус все-таки вот такая вот на такой карте. Рассмотрим Бакуганов Вентуса. Ну что же, давайте начнем. Для начала давайте рассмотрим в закрытой форме первую эволюцию Инграм, первого Бакугана Шуна. Вот он выглядит так вот. Очень полупрозрачный. Вот знак Вентуса. Тут вот кажется, как бы, не рог. Подкрылка, можно так назвать. Я не знаю, как это назвать. Тут ноги, вот магнит видно, потому что полупрозрачный. Вот так вот. Давайте посмотрим в раскрытой форме. Вот он так раскрывается. Сейчас раскрою полностью. На самом деле, очень хороший Бакуган. Только G на самом деле много. Но сойдет для такого Бакугана. Вот он. Красивый Бакуган такой. Вентус. Вентуса. И у него 510 G. Тут все
просвечивается, но тут вот изображено 510G. Вот. Ну, нет, просвечивается, вообще ничего не видно. Сейчас попробую пальцем закрыть. Да, вот пальцем. Вот 510G. На самом деле очень мало, да, я понимаю, но этот Бакуган того стоит, он очень коллекционерский, потому что его мало где можно найти, но ну, там написано было Limited Edition, но это на самом деле не так. Ну что же, мы посмотрели Skyros, теперь перейдем к Storm Skyros. Сначала посмотрим в закрытой форме. В закрытой форме тут немного есть фиолетовые. Вот так вот, вот тут знак Вентуса, знак Вентуса вот. Вот такой вот Бакуган. Вот так вот. Раскрытие такого. Вот оно. Такое вот раскрытие. Сейчас я его раскрою полностью. Storm Skyros, это второй Бакуган Шуна. Ну, не второй Бакуган, эволюция Skyros. Но это тот же первый Бакуган, которая она была в первом и во втором сезоне. Вот такая вот. Вот такая. Она очень подойдет для ремейка Скайрейдеров. К ремейку Скайрейдеров относится Атмос, Дарк, потом еще вроде относится Ворон. Ну и еще один, я не помню какой, но тоже относится. Их 4 всего ремейка. Но подошел бы еще вот такой вот ремейк. Тоже. Ноги хорошие. Очень хорошо бы взлетала. Вот так вот выглядит. У нее 600G. На 90 больше, чем у прежде старой эволюции. Сейчас закрою тут немножечко. Вот так вот. Вот 600G. Ну что же, мы посмотрели закрытие Storm Sky, ну, посмотрели Storm Skyros. Теперь отложим и посмотрим Ингрим второго Бакугана Шуна. Вот, вот такой вот Ингрим. Ингрим — это он. Он. Не она, он. Вот так вот выглядит. Вот. Очень красиво. Можно еще сделать вот так вот. Как бы вот ему поднять. Вот видите. Очень тоже красиво будет. Ну что же. А G у него 650, на 50 больше, чем у Storm Skyros. Тоже сейчас я покажу. Немного будет под уклоном. Вот 650G тут. 650G. Красиво выглядит. Тоже фиолетовые есть немножко. Ой. Вот так вот. Вот знак Вентуса. Ну что же, и начнем закрывать, пожалуй. Первое закрытие должно быть, это Skyros. Skyros закрывается очень легко. Мы закрываем ей ноги. Потом мы закрываем вот голову. Вот смотрите, вот мы немного закрываем голову. И вот хвост прям, когда не полностью закрыли. Если мы закроем полностью, то видите, голова как бы начнет сама открываться. Вот, видите, выпирает хвост потом. Ну, и потом можно закрыть вот такие крылья. Вот мы закрыли Skyros. Теперь давайте закроем Storm Skyros. Storm Skyros закрывается, ну, тоже легко. Мы закрываем ноги. Это первое. Во-вторых, мы закрываем голову, хвост. Хвост. Крылья. И еще одно крыло. Вот все мы закрыли. Вот. Очень тоже красиво выглядит. Ну что же, теперь Ингрим. Ингрим мы закрываем, ну, тоже легко. Просто берем ноги.
закрываем голову. Вот первые части, потом вторые части и, наконец, последнюю часть. Вот и все. Ну что же, сегодня были три бакугана, эволюционный набор Шуна. Ну а теперь наши любимые вопросы. И первый вопрос нам задает Мега Антон 16. Скоро обзор на игру Sonic Generations. Ну, обзор на игру Sonic Generators будет, ну, где-то скоро, да. Где-то в декабре это точно. Где-то я буду делать этот обзор без интерактивов, то есть, ну, он будет выходить по выходным и на каникулах, когда я смогу, ну, зайти, ну, и нормально поиграть, так сказать. Также еще будет, может быть, я не говорю, что он будет, на Call of Duty 3, ой, на Call of Duty 8, обзор Modern Warfare 3. Что ж, вот на такие игры. Ну что ж, и теперь второй вопрос. Zenet 44-45-45-454 спрашивает, какая твоя самая любимая стихия? Ну, моя самая любимая стихия — это Pyros, Darkus и Ventus. Три стихии. Ну, а самая любимая — это, конечно же, Pyros. Да, вот Pyros. Ну, только я играю. Я играю, конечно же, другой эволюции. Ну, ладно. Что же, следующий вопрос спрашивает Ник Драго 90. Как бы ты хотел назвать следующую эволюцию Драго? Ну, я бы, ну, назвать следующую эволюцию Драго. Хотел бы назвать ее, ну, даже не знаю, может быть, там же все названия перебрали, вот. Даже не знаю, как назвать, ну. Я бы назвал Sky Dragonoid, как бы, ну, новая эволюция Sky Raider. Я бы назвал, ну, Sky Extra Dragonoid. Вот, ой, ну, не знаю, понравится вам такое название, но Sky Extra Dragonoid уже будет, наверное, последней эволюцией. Потому что уже, ну, много эволюций. И как раз спрашивает Russian Review, как ты думаешь, у Драга это последняя эволюция? Я так думаю, что нет, это не последняя эволюция, потому что у Драга будет еще, наверное, ну, не знаю, несколько эволюций, потому что придет Резонет, он эволюционирует, все такое, тарам-пабам, и все такое. Но, вот честно, я не знаю. Ну что же, и победитель у нас сегодня становится Ник Драго 90 с его вопросом. Его видео будет в избранных, а где... ну, видео, ну, а ребята, которые написали мне вопросы, три новых, это Бакуил, потом это Вован Супер 23 и Егорушка 001, они записываются в новый, как твой Russian Review вопрос, ты бы хотел, чтобы Драго умер, как бы, ну, и зло победило бы. Вот этот, эти четыре вопроса, они как бы новые будут выглядеть, ну, в новые добавляются. А все остальные, которые, ну, не добавились, ну, они будут пока так. И за каждые два новых вопроса я буду удалять один старый. Что же, с вами был Blacks325. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии, ставьте лайк мне, лайк победителям интерактива. Подписывайтесь на победителей интерактива. Дружите с ними, дружите со всеми. С вами был Blacks325. Желаю всего наилучшего. Пока!